мы сделали кошение газона. Это, скажем, не газон, это парк, по сути, но уже, как мы видим, он выглядит намного более ухоженный. Это, скажем, черновой покос можно было сделать чуть ниже. Вот, как видите, здесь лежит много палок. Мы специально сделали большую высоту кошения, чтобы на них не налетал нож. Вот. Если ухаживать за любой территорией, то через какое-то время она будет очень красивая. Из плюсов этой косилки можно сказать, что она работает довольно тихо. У нее нет вибраций никаких. Довольно мощный мотор, 1,8 кВт. Но если, конечно, мы берем такой длинный провод, как этот, у нас метров 100, это немножко хуже, поэтому лучше косить возле, делать розетки на своем участке и косить на проводе, ну, метров 20, плюс надо сечение брать нормальное. Вот. В этом видео мы косили с боковым выбросом, но даже учитывая, что тут есть чистотел, одуванчики сейчас цветут, очень хорошо все покошено, ну, как для парка. Вот, крапива такая поборота. Вот, и можно идти дальше и дальше. Вот, поют птички. Все прекрасно. Сейчас мы возьмем чуть-чуть меньше косилочку и испытаем ее. Спасибо большое за внимание. Еще раз, это моделька 1803S от фирмы Hatched.